На автодроме «Нижегородское кольцо» состоялся второй этап чемпионата России по дрэк-рейсингу СМП RDRC и первый этап чемпионата Приволжского федерального округа по дрэк-рейсингу. Москвич Эльшан Асланов из команды «Лукойл Рейсинг Тим» установил новый рекорд России для переднеприводных автомобилей. 402 метра он преодолел за 8,413 секунды. Мои эмоции, но я понимаю, что машина может еще быстрее на самом деле. Здесь, наверное, я уже, наверное, за ней не поспеваю. Вот, но думаю, что все получится. Задел есть. Решили специально это попробовать, на самом деле. Было запланировано. Хочу поздравить ребят своих. Хочу, ребят, поздравить тех, кто нас помогал. Сцепные свойства трассы в Нижнем Новгороде оказались выше, чем на предыдущем подмосковном этапе. И на финише Асланов показал скорость 301 км в час. Его лучший заезд – это третье время в Европе для переднеприводных автомобилей. Обновили личные рекорды и другие участники. Самыми заметными стали результаты Константина Катынкина из Владивостока. Выступающий на Nissan Skyline GTR пилот улучшил собственное время более чем на полсекунды. А Константин Крапивин из Омска на Toyota Supra снял со своего предыдущего результата 0,2 секунды. В соревнованиях приняли участие 70 пилотов. Планировались заезды в 4 классах, но из-за погоды финал в воскресенье пришлось отменить, и результаты этапов были определены по итогам субботней квалификации. Третий этап СМП RDRC состоится 10 и 11 августа на территории подмосковного аэродрома Быково.